Любимые подписчики, зрители, сижу, общаюсь с прекраснейшим человеком, с Ларисочкой. Она директор экскурсионного бюро. Менеджер санаториум.ком. Санаториум.ком. Мы делаем рекламу бесплатно. Сайт, на котором можно зарегистрироваться для проживания в любой стране мира, а также попутешествовать с нами. У нас есть очень красивая реклама с нашими путешествиями. Кого заинтересует, пожалуйста, и Швейцария, и Вена, и Будапешт, и Братислава, и Прага, и Дрезден, и Нюрнберг, и многие другие города. Но это для тех, кто желает путешествовать. Сейчас мы пока с дамой оформляем для себя... Аленушкой. Оформляем для себя экскурсию в Дрезден. По Дрездену экскурсию проходит у нас историческая часть города, мы отрабатываем с гидом. Дальше у нас будет с вами проход в картинную галерею, там вы смотрите произведения старых мастеров, вам рассказывают о залах, вам рассказывают о полотнах, которые находятся в этих залах, ну а также получите море удовольствия, насладившись нашим гидом Валюшей, который работает с вами. По окончанию экскурсии по городу и просмотра картинной галереи в свободное время вы посещаете либо кафетерий, либо там рядышком резиденция дома Витина, золотой запас династии Витина, можно последить в двери золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Ну а также можно попутешествовать по магазинчикам. Магазинчики на Пражской улице изумительные. И Карштадт, и Альпмарт, галерея ждет вас, и многие другие. И, конечно же, роскошное немецкое пиво и немецкие колбаски. Боже мой, я вас влюбилась. А, Лариса, скажите, пожалуйста, а сколько времени свободного остается? Два с половиной часа у вас остается свободного времени, поэтому туристы, кто у нас путешествует дальше, для покупок получают еще и более удовольствия. А те, кто хочет... Магазины в шаговой доступности от картинной галереи и от площади, где вы встречаетесь с гидом. Окей. 6 часов вы находитесь в городе. А те, кто хочет немножечко пропустить экскурсию, да? Пожалуйста, без проблем. Там недалеко будет? Договориться с Валюшей, где вы встречаетесь, на место Ташенберг-Палео, резиденции дома Витина. И она вам четко определяет время, когда вы встречаетесь. А магазинчики в шаговой доступности от картинной галереи. Имеется в виду вот это вот Прага-штрассе. Да, вот эти... Там магазин Карштадт, магазин Альтмарт галереи. И можно посетить для себя Текомакс. Это аутлетовый магазин. И действительно там вот насколько... Цены хорошие. Да, за цены. Вещи хорошие, приемлемая цена. И в Карштадте, мне очень нравится Карштадт, например. Это название магазина, да, вы имеете? Это название магазина. Берем не глядя, все, пишите. Пишите, Ларисочка, я вас люблю. А, слушайте, ну я кэш не взяла, какие карты могу рассчитать? Я могу быстро загонять наверх. Бегу. Заполняйте, что вам надо? Мне надо с вас всего-навсего денежки. Экскурсия в Дрезден стоит у нас 29 евро. Окей. Нет, я имею в виду, вам данные мои надо, пока вы заполняете. Сейчас я пока заполню, а дальше заполним с вами уже все остальное, фамилию и все остальное. Заполняйте вот по фамилии. Хорошо. Хагстрюм. А я быстро наверх. Блин, лифт уехал. Ну это всегда так. Вот эта дева, какая она прекрасная. Вот такую вы посмотрите из фарфора, это будете смотреть месяц. Мне очень нравится. Одной билет в картинной галерее – это выставка фарфора и фаянса. Мессинский фарфор. У меня же мурашки по коже. Я не знаю, откуда это тяга к прекрасному. Китайская керамика. И, посмотрите, это все удовольствие даст вам. Особенно картина с цветами, где Петин и Василечка – это сделаны из фарфора. Обалдеть. Это такая тонкая работа, ну вообще. А Юра ушел уже, да? Что ж Юра меня не дождался? Так, еду наверх за наличными.